Всем привет, и сегодня в этом видео покажу вам способ получения 10 золотых бесплатных слитков для Red Dead Redemption 2 Online. Способ работает, и он, я думаю, что будет работать всегда. Лично я им тоже пользуюсь. Вернее, я этим способом уже воспользовался и покажу вам, как это сделать. Потому что эти 10 золотых слитков можно получить только один раз. Давайте для начала зафиксируем, сколько у нас золотых слитков. У меня примерно до 6 золотых слитков в Red Dead Online. Итак, чтобы получить дополнительные 10 золотых слитков, которые как раз таки нам хватит на покупки одной из самых оплачиваемых ролей в Red Dead Online, роли коллекционера, 15 золотых слитков требуется, мы подключим двухфакторную верификацию на свой аккаунт, чтобы нам Rockstar начислили 10 золотых слитков бесплатно. Для этого просто входим в свой Social Club аккаунт и заходим в настройки нашего аккаунта. Там есть раздел «Двухфакторная верификация». И просто нажимаете подключить. Я само собой не буду показывать свой штрих-код, чтобы мне не взломал кто-то аккаунт и не воспользовался моим кодом. Но у вас должен появиться при подключении штрих-код, который нужно отсканировать приложением с телефона. Приложение можно скачать с Play Market или App Store, называется оно Google Authenticator. Там просто добавляете, сканируете этот код, и у вас на телефоне появляется 6 цифр, которые нужно ввести на сайте Rockstar и подтвердить подключение верификации. Таким способом верификацию вы подключите, и после какого-то нового входа на новом устройстве у вас потребует код из телефона. Двухфакторную верификацию мы с вами подключили, и в течение 72 часов и после подключения этой двухфакторной верификации вам на аккаунт перечислят 10 золотых слитков. Их перечислили и мне. Но я там еще немножко заработал на дополнительных миссиях, так что у меня оказалось чуть больше. Но в любом случае этого хватит хотя бы на покупку роли, с помощью которой мы заработаем много денег. Об этом способе я уже говорил в одном из видео, как заработать золото. Вы его можете посмотреть по ссылке в описании, либо в конце этого видео. Но я решил этот способ выделить отдельно, возможно, кому-то он будет полезен. Если этот способ вам понравился, тогда подписывайтесь на канал и ставьте лайк. Всем спасибо за просмотр.